Польше самолет Cessna потерпел крушение, он попал на ангар с людьми. В результате происшествия пострадали 10 человек, 5 с летальным исходом. Инцидент произошел на аэродроме в деревне Черчинна в Новодвурском повете. По неизвестным причинам самолет Cessna 208 Caravan влетел в ангар, в котором находилось несколько человек. В здании находилось около 20 человек. На место происшествия направлено более десятка пожарных подразделений, в том числе медицинский спасательный отряд из Варшавы.